presenting the colors. Order, on. Всем привет, меня зовут Валя, и я рассказываю о жизни в Америке. Сегодня я показываю большой парад маленького города. После представления флагов военной академии для проблемных подростков у нас поехали принцессы области, принцессы агрокультуры и принцессы фестиваля персиков. Какая красивая корона! Такая маленькая, хорошенькая. Всех в один большой грузовик запихнули. Хейли Гвин, Miss United States Agriculture 2019. Thank you, Kaylee, for coming. Hello. This morning. Красивая девушка. Уже девушка. Oh, welcome. И как бы это ни смешно звучало, по главной улице поехать на машине в короне и помахать ручкой своим поклонникам, родителям и одноклассникам, в этой простоте и наивности, в этом совсем несовременном параде есть своя красота. После принцесс бизнесы, желающие показаться, тоже могут пройти по главной улице. Но, конечно же, самая интересная часть парада и гордость нашего города – это школьный оркестр, в котором, кстати, участвует моя дочка Катя. Ну, давайте смотреть. Куда-то мужика запихнули, непонятно куда. Пассажирское сиденье. Маккензи Уокер. Next we have... Моей маме и мужу отдал. Так, а это что такое? Это что такое? Я даже не знаю, что это такое. Почему они так одеты? Но они опять же раздают конфеты или какие-то вещи раздают. Надо посмотреть, что дают. Написано «Голосуй». В общем, для чего-то голосуют. Предлагают проголосовать. Эй, тетенька, сама конфеты ест. Мало раздает, много ест, похоже. Уже в параде. О, Алекс опять. Конфетки. А я уже слышу музыку. Ура! Наши музыканты дальше. Это наши музыканты. Они вчера получили только форму. Они такие довольные все. Первый раз в форме маршируют.
учителей. Очень хороший человек. Мамка моя тут тоже снимает. Пожарной машине сегодня болельщицы. А? Молодцы ведь, правда? Ага. Ну ничего, мы ей воды принесли. Сейчас пройдет парад, мы ей воды принесем. Так, тут какие-то девчонки. Я так понимаю, это балеринки. Принцессы такие. Ну принцессы раньше прошли, а это балеринки. Они, кстати, конфеты раздают. Нам не дадут все равно. Немножко. Протянешь руку, дадут. Ну пошли в обратную сторону потихонечку, да?
А тебя сейчас не выпустят все равно, сейчас заблокировано все. У меня там есть место. Да? А. У меня выезд хороший. Ну, как хочешь. Я поеду. Давай, ну я это еще записываю. Подожди. А, ой, какая машина, смотри, какая. Ты вообще, наверное, 20-х, да, годов? Как такую машину это водить? Это не водишь такую машину, а надеваешь. А, отлично, смотри, какой счастливый водитель. Ага. Небось, сам еще и починил эту машину. Парни тут есть рукастые, которые сами машины такие старые чинят. У нашего соседа вот такая. Это не он? Нет, не он. Пошли хоть это, скажем хай. Я уже сказала, учил я. Да? Ну ладно, как хочешь. Я вот шапочку специально для парада купила. А, шапочку? Хорошая? Хорошая шапочка. Для парада. Молодец. А? Молодец. Хочешь, тебе подарю? Нет, спасибо. Да. А я шапки не ношу, они не мешают. Нет, тоже подумала. О, смотри, пожарник и масенькая. Hello. Hi. Got a smile out of that. Синий пожарный. Ага, молодцы, конечно, хорошо. Лошади? Ой, ты отойди, они пинаются. Я лошадей боюсь сзади. Кстати, из-за лошадей как раз изменили дорогу, куда парад проходит. Да. Потому что сказали, чтобы не на главной улице, ну, если вдруг лошади там какнут немножко. Нет, они что-то решили, что подвешивать для лошадей плохо, не хотят подвешивать мешочки на попу. И поэтому изменили дорогу парада. Ага. А там сзади телега. Да, с маленькими. Hello. Hi. А вон какой ковбой сидит, еле держится. Ну, держится же, молодец. Старый, как и он. Смотри. Вообще-то не лошадь, а осел какой-то. Осел, может быть, осел? Hello. Какие-то они очень маленькие. А вот, смотри, какой тяжеловоз идет, еле тащится. Красота. Ага. Погода удалась. Да, хорошая погода. Не слишком жарко, не слишком холодно. Я так понимаю, все, это конец. Да. Вот это полицейские, это последние. Подожди, а почему мужик с лопатой идет? А, это для лошадей. Видишь, ему сказали, раз мешков не будете вешать на попу лошадям, тогда с лопатой идите. Ну, пусть идут. Вот, так это значит убирать ГС на всякий случай. Ну, Полечки, тоже хорошо. Все, парад закончился. Сейчас некоторые люди разъедутся, разойдутся, а некоторые пойдут развлекаться. Тут есть аттракционы, есть еда всякая. В общем, развлекаться будем. Я думаю, что мы сначала съездим домой, а потом придем туда к вечеру.